Сразу два владельца двухколесного транспорта марки «Хорс» попали за прошедшие сутки в ДТП. Первый случай произошел в Речицком, второй – в Будокошелевском районе. Водители госпитализированы. В первом случае перед мопедом выскочила собака, в результате чего водитель мопеда не справился с управлением и прокинулся на проезжую часть. Во втором случае водителю мотоцикла не предоставил преимущество в движении другой автомобиль «Тойота RAV4».